преддверии Дня медицинского работника в Кореневе после продолжительного ремонта открылась амбулатория. В ней можно получить первичную помощь терапевта и педиатра, сдать анализы и пройти процедуры. Этого события с нетерпением ждали все местные жители, ведь раньше, чтобы получить медицинские услуги, им приходилось ездить в соседние населенные пункты. Этого дня с нетерпением ждали все жители Коренева. Ремонт амбулатории затянулся на целых полтора года. Все это время кореневцы получали медпомощь в соседнем Краскове. Но теперь это позади. Одно дело мне спуститься с 5-го этажа и подойти, и получить то, что мне вот в данный момент необходимо. Ну, в смысле, медицинскую помощь. Или мне надо собраться, одеться, ждать автобус, маршрутку, приехать, там очередь. Конечно, много мы писали, это жалобы, что у нас на необходимые амбулатории. В итоге власти услышали крик помощи от кореневцев, нашли инвесторов, небюджетные источники, подключились и люберецкие депутаты. На торжественном открытии жители поблагодарили тех, кто помог в этом добром деле. Свое почтение выразил им и глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий. Мы сообща это помещение привели в порядок, отремонтировали, скажем, насытили самым необходимым инвентарем, что сегодня здесь есть. Поэтому общими усилиями, без копейки бюджетных денег, здесь было неприглядное помещение, без ремонта, я скажу так, обшарпанное помещение, там отвалившаяся штукатурка, старый кафель. Все это заменено сегодня. Теперь кореневская амбулатория – это современное взрослое детское отделение, в котором могут получить первую медицинскую помощь до 10 тысяч человек. Здесь жители смогут сдать анализы и пройти необходимые процедуры, а персонал будет работать в две смены. Два участковых врача, два педиатра, процедурная сестра, значит, раз-два, по-моему, 6 медицинских сестер в детском отделении и во взрослом. Сейчас сотрудники амбулатории ждут получения лицензии. Своих первых пациентов медучреждение сможет принять уже в середине июля. Мария Лапычева, Анна Троян и Никита Скраган, телеканал ЛРТ.